Как всегда, принять участие в нашем сегодняшнем разговоре. Вы видите на экране телефоны верхний для звонков отсюда, с территории Соединенных Штатов, и нижний для связи с нашей студией из-за границы. Ну и также напоминаю вам, что вы традиционно можете отдать свой голос одному из сегодняшних оппонентов, позиция которого вам покажется ближе вашей собственной. Для этого тоже достаточно набрать номер телефона напротив фамилии. Наташа, вы у нас впервые на программе, ну и к тому же дамам первое слово. Спасибо. Но я считаю, что в контексте особенно того, что мы видели, произошло в Великобритании за последние два дня, я имею в виду две бомбы, которые удалось разминировать в автомобилях, и вот еще вчера вечером случился вот этот въезд этого джипа, который, видимо, успел сам загореться, прежде чем он оказался внутри терминала в Глазго. На фоне всего этого, на фоне абсолютно реально существующей угрозы терроризма в мире в целом, говорить о невозможность сотрудничества между Западом и Россией, я считаю, просто это пагубно для вообще цивилизации, вообще нас всех в целом, человечества. В силу того, что мы знаем, я лично сама помню, как после взрывов в Лондоне в 2005 году господин Блэр поблагодарил господина Путина за помощь. Какую помощь, это уже другой совершенно вопрос. Это я видела лично сама на экране. Помимо того, что я там знаю из каких-то там своих там личных источников, что помощь, она оказывалась. Но это все прекратилось после того, что случилось в осенью этого года с господином, к сожалению, покойным Литвиненко. И после того, как в сторону России, Кремля, Путина и ФСБ были брошены вот эти вот... Наташа, я прошу прощения, а если на секундочку, я понимаю, что учитывая здесь еще присутствие господина Гольдфарба, и учитывая, что вы тоже проживаете в Лондоне, мы к трагедии, случившейся с Литвиненко, так или иначе будем возвращаться на протяжении разговора. Но даже если на секунду это вынести за скобки, вы не считаете, что борьба с террором, с которой вы начали, она как бы подразумевает не поставку оружия Сирии, не постройку ядерного реактора для исламских фашистов в Иране, не снабжение оружием бесноватого Уго Чавеса. Вам не кажется, что борьба с террором реальная и декларации по поводу борьбы с террором – это как бы несколько разные вещи? Ну, это действительно разные вещи, это экономически разные вещи. Одно – это действительно зарабатывание денег. И опять же, я хочу сразу в какой-то степени сказать, что я не рупор Кремля в данном случае. Но я, с моей точки зрения, за последнее время пересмотрелась. Человек, который действительно пытался в той или иной форме критиковать то, что происходило от Кремля там еще несколько лет назад. За последнее время, я живой человек, я имею право пересматривать свои точки зрения. За последнее время моя позиция немножко изменилась. То, что, безусловно, в частности, то, что произошло с Уго Чавесом только что он был в России, соответственно, действительно он встречался с Путиным. То, что ему не дали платформу пообщаться с депутатами в Госдуме, а где-то это происходило, где-то там в какой-то темной комнате с избранными там, видимо, коммуняками в основном, это тоже о чем-то говорит. Там он именно хотел, он желал поиметь политическую позицию именно в Госдуме. Ему этого не дали, не позволили. А уж там его отношения где-то такие чисто больше как... похожие на отношения двух бизнес-партнеров. Я понял. Да, где когда они встречались. Алекс, позиция Наташи более-менее понятна. Я хочу вернуть всех наших слушателей и зрителей в период после Второй мировой войны, в 1945 год, когда Запад был в союзе с Россией, с Советским Союзом против страшного врага, против Гитлера. И очень много людей в то время говорили Рузвельту, что вот вы поаккуратнее с товарищем Сталином, он за пазухой держит камень. И не прошло и года, как Россия, разваленная, слабая, Советский Союз в руинах, стала главным соперником и врагом западного мира. И это произошло после того, как украли атомную бомбу и началась холодная война. Это было полным шоком и неожиданностью для западных политиков, которые видели в Сталине своего союзника и даже любимого друга, как видел Рузвельт. И это был шок. И причина, почему это произошло, потому что, как написал в свое время великий человек Джордж Кеннон, посол американский в Москве, российская власть, чувствуя свою нелегитимность и чувствуя комплекс неполноценности, ищет в Западе, нуждается в Западе, как во внешней угрозе для того, чтобы оправдать перед своим собственным народом свою собственную неадекватность и некомпетентность. То же самое происходит сейчас.
То, что во время Афганистана Америка поставляла оружие, естественно, в то время как Афганистан, соответственно, сражался против страшного коммунистического союза, разве это тоже не факт, с которым мы до сих пор, к сожалению, имеем как большую проблему перед собой? Разве мы не взрастили, я уже сейчас говорю от имени Америки, у меня такая большая проблема, что я человек достаточно международный, я, в общем, у меня везде это моя страна практически, я имею в виду и Россию, и Англию, и Америку. Разве мы не сами не взрастили этого монстра тоже, если говорить о том, что Россия, допустим, там продает сейчас подводные лодки Чавесу там, и так далее? От того, что мы взрастили одного монстра, вовсе не значит, что мы должны растить другого монстра. И политика... У меня есть к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, позицию, я хочу довести ее, ну, как бы до конечной точки. Я не знаю, насколько ты готов произносить такие слова. Значит, если продолжать логическую цепочку того, что думаешь и декларируешь ты, надо сделать следующее. Господа, с Россией, с этим режимом разговаривать не о чем. Надо поставить точки над «и». Сообщить всему миру, что мы понимаем, что в России вернулись к временам тоталитарного полицейского государства, полного произвола, режим, который сегодня стоит у власти в России, преступен, с этим режимом надо разговаривать жестко, с позиции силы и перестать цацкаться. Или я прав, или я утрирую? Я думаю, что в общем и целом, ну, может быть, не в таких пассионарных тонах я подписался бы под большей частью того, что ты сказал. И я хочу в этой связи сказать, что у России не только идеологические внутренние причины идти на режим столкновения с Западом. Там режим, полицейское государство, структура власти, но еще и экономические. Россия заинтересована сейчас в высоких ценах на нефть, и поэтому и в распространении, в восстановлении империи, в распространении влияния московской метрополии на окружающие страны. Грузия, там, Украина, Балтия и прочее. И в данной ситуации снова мы возвращаемся к игре с нулевым результатом, как во времена Холодной войны. Все, что плохо для Америки, хорошо для, или для Запада, хорошо для России. Слабость увязания в Ираке хорошо для России. Высокие цены на нефть хороши для России. Недоверие к Америке со стороны демократических и либеральных сил в странах мира, в Восточной Европе, например, то самое предательство, которое нынешняя администрация совершила по отношению, допустим, к Чечне или к другим прозападным режимам третьего мира или вот освобождающегося коммунистического мира, все это хорошо для России. И поэтому это видно из политики, это видно из их собственных заявлений. А как насчет того, что хорошо для Америки и плохо для России, начиная с того, как Америка пытается сейчас установить системы противоракетной обороны стран, прямо можно сказать, во дворике. Как вот совершенно правильно делает. Я прошу прощения, совершенно Алекс, правильно Наташа, делает, знаете, конечно. Вот насчет противоракетной обороны вот, будет отдельный разговор, потому будем что... Отдельно, да, потому что я так понимаю, что вот истерика, развернувшаяся в России по поводу этой несчастной системы ПРО в Польше и Чехии, у нас будет отдельный сюжет, хорошо, где мы отдельно поговорим. Наташа, у меня к вам следующий вопрос, учитывая вашу интеллигентность, то, что вы не хотите перебивать Алекса Гольфарба, это, наверное, объясняется тем, что вы часто встречаетесь и общаетесь в Лондоне, несмотря на ваши полярные позиции. Поэтому я позволю себе немножко закинуть следующий камень, чтобы вы могли высказать свою позицию. Я очень просто. Господин Гольфарб сказал, что если бы не такие крепкие, но он, правда, употребил более ученое слово выражение, то он готов подписаться вот под теми словами, которые я говорил, дескать, все, хватит, баста, мы с полицейскими, с НКВДшниками не разговариваем, тем, кто задушил свободу, тем, кто помогает на самом деле террористам, все, хватит, надо ставить точки над «и», занимать более жесткую позицию. Не кажется ли вам, что в данном случае президент Буш проявляет чудеса дипломатии и ума, потому что...